Срочность газеты 99999. Охренеть. Ля, он крутится как спиннер, а? Что происходит? Что он так... Да, он, блин, в эту сторону. Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в первую часть «Растения против зомби. Модификация. Полный хардкор». Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. В общем, ребята, вы не поверите, русификатор. Русификатор у меня появился под предыдущим видео. Братишка один написал, что он смог все-таки русифицировать игрушку, и это просто бомба! Какой же ты молодец, братишка! Сразу говорю, что я ссылочку в описании оставлю, где можно скачать, потому что, ну блин, пропадать, офигеть, браток, огромное просто тебе спасибо! Давайте посмотрим. Тут пока что, да, не очень-то переведено, и добро пожаловать, если это не вы, нажмите сюда. Но я думаю, все-таки зомби, да, смотри, растение, зомби, офигеть! Зомби! Классический зомба. Прочность 270. Этого парня любят все, даже растения. Но вообще это тайна. Офигеть. Сколько, блин, прочность? 273 тысячи. Скорость быстрая. Офигеть. Погоди, а тут у нас что? Зомби на шариках летают над полем. Особенность летает. Слабость кактус и сдуватель. Шарик тоже зомби. 1200, боже ты мой, то есть мы теперь реально видим, погоди, а про газетчика? Зомби с пули непробиваемые газеты, ух, пацаны, сейчас мне ветродуй срочно нужен, вот такой вот вентиляторик у меня маленький. Ох, блин, у нас, ребята, сейчас 23 градуса, но до сих пор такая жара, блин, даже уже и тучки собрались, но дождика все нет и нет, блин, побыстрее бы он был. Прочность газеты 99999. Охренеть, зомби с газетой раньше был военным. С титановой газетой у него есть вещи и пострашнее. Боже, я даже не хочу спрашивать, что у него еще там растение. Так, мега-сдуватель, топовое растение, навсегда сдувает... навсегда сдувает туман и всех зомби, но перезагружается 999 секунд. Стоит дорого, применение единичное, немедленное. Ага. Офигеть, ребята, блин, какой же просто красавчик, братишка, что смог действительно на русский это перевести. Просто мега респект, офигеть. Мы хотя бы теперь что-то знаем. Итак, ребята, наш просто уже нелюбимый уровень. Боже, вот я смотрю, здесь дождик. Смотри, зомби на шарике с конусом. Кстати, не лагает? Серьезно? О, так еще быстрее, да, друзья? Так намного плавнее все. Но погоди, если мы сейчас включим, по-моему... Чуть-чуть, да, как будто притормаживает, да? Но сейчас пойдет игра, я думаю, такого мы не, все равно не ощутим. Так, давайте посмотрим, что мы будем брать. Ну, во-первых, подсолнух по-любому должен быть. А дальше вот такой вот. Угу, угу. Нам нужна обязательно... Так, стеноорех... Берем вот так вот, зомби на шарике. Слушай, наверное, ветродуй тогда попробуем. Обязательно. Слушай, если мы сейчас на ветродуй накопим... Блин, это же будет шикарно. Это просто будет великолепно. Так, нам нужны также дымогрибы. Ребят, чтобы такое еще взять? Давай-ка вишневую бомбу. Попробуем вот так, друзья. Так, у нас есть, как ты видишь... Отлично, 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 ребятки. Начинаем рассаживать. Потихоньку, помаленьку. Мы должны выиграть. Потому что я уже не могу, серьезно. Это какая-то... Задница, реально. Так, нам сейчас надо... А стоп, а что насчет зомбота не грохострела? Я что-то не посмотрел, ребят. Сейчас пойдет, не пойдет? Ага, ставим, все. Все, можно ставить, расставлять. Потихоньку, помаленьку, братишка. Так, он нарвался. Нарвался на грабли, я слышал. Так, отлично. 40 у нас. Также давай-ка мы кувшинку поставим. Блин, без вентилятора просто невозможно. Серьезно, ребят, такая жара. Так, сюда давай поставим. Короче, нам нужно обязательно подсолнухов как можно больше. И дым, и грибов. И один раз мега-сдуватель. Будет здорово.
То есть надо накопить, ребятки. Чисто сейчас должны копить, 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 копить. Там если, блин, зомби с газетой будет, это пипец. Так вот делаем. Я думаю, пора бы нам, наверное, ребятки... Да, а как? В смысле, а как он прошел? Каким, блин, макаром? Вот это прикол. Так, ладно, нам чуть-чуть сейчас будет полегче. Так, отлично, расставляем. Сейчас сюда еще поставим, ребята. Я хочу сегодня пройти уровень. Обязательно, ребят. Обязательно надо пройти. По-любому. Так. Угу. Можем вот так вот поставить даже. Чтоб все у нас было нормально. Так. Хорошо. Так, вижу проблему на горизонте. Расставляем. Ой, капец, там зомби. Я теперь понял. Я теперь понял, почему у нас тут Хьюстон проблемки возникают. Такие вот. Так, вот так пока сделаем, ребят. Надо побыстрее. Блин, жруть. Мои грибы. Бах. Баба. И, кстати, не оставляется вот это вот фигни. О, круто. Слушай, это замечательно прям. Так. На! Красиво, хорошо все. Давайте, работайте, мои хорошие. Вперед. Так, сюда поставим еще. Так, есть. Капец, какие же они наглые. Смотри как. Идут. Вот сейчас будет жестко. Есть. А почему этот-то не сдувается? Капец, не все вынесли. Ну что ж, друзья, первая катка плохая была. Попробуем сейчас вторую. Я хочу очень выиграть сегодня. Надеюсь, у меня получится. Серьезно, ребят. Так, погнали сразу. Сразу начинаем ставить все это. Не теряем времени, ребята. Тут уже замботани зомби нету, поэтому все будет хорошо. Ну, грохострелов. Зомби-грохострелы. Надо прям быстро, четенько все это ставить. Так. Хорошо. Блин, недостаточно солнца, подсолнух. Блин, как приятно серьезно с Русиком играть. Это прям вот, ну, совсем все по-другому, ребят. Спасибо, братишки. Реально, вот он красавчик просто.
Я потому что я тоже пытался, ребята, что-то сделать, но у меня вообще ничего не получалось. Он раз и запилил. Вообще офигеть. О, пошло, ребятки. Блин, могли бы мы, кстати, тут поставить. Прям, может, я так сделал, но ничего. Но кувшинок уже вон сколько. Так, я думаю, в принципе, можно поставить фонарик. Хотя бы вот так вот. Блин, ну я прошу прощения, конечно, блин, поставил его. Конечно, молодец, блин. Тоже еще. Так. Побольше. Так. Все, пошло дело, друзья. Наверное, вот так вот поставим. Так. Блин, долго перезаряжается, но ничего. Сейчас мы с тобой сюда вот поставим. Во, уже прям хорошо. Ну, правда, поставил я, конечно. Капец, ребят. Ну ладно, ничего страшного. Так, фонарь не трогать. Засранец. Блин, фонарь хочет сожрать. Все-таки, да? Вот так вот делаем. Так, как-то потихоньку, помаленьку вот так вот. Надо защищать нам стороны. О, там видишь уже что-то пошло. Я правда не вижу. Здесь не доберутся. Блин. Так, спокойно. Не-не-не-не. Это пока не применяем. О, пошло. Ни хрена не вижу. Ой, как приятно, когда ты все видишь. Ну, сейчас недолго, конечно. С тобой видели. Надо накопить нам на вот этот, конечно, ребят. Определенно. Ой, блин, маленьких бедных уже сжирают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну как вот ты так угораздило тебя, а? Блин, что он проест все? Серьезно, вот этот один зомби? Не надо, ребят. Там эти идут, понял. Ребятки, не надо. Офигеть, чисто просто рядочки наши уничтожили. Как? Вот как с этим бороться, ребят? Я даже не знаю.
Серьезно. О, видел? Даже два раза, блин. Давай, 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 взрывайся. Отлично. Капец. Сложный уровень. Надо что-то придумать, ребят. Я так не могу. Ну что же, друзья, это уже пятая катка. Я капец не могу, ребят. Ой, нам бы пройти этот уровень. Я наконец-то попробовал мега-сдуватель а-ля ветродуй. Он действительно, блин, навсегда сдувает туман. Это круто. Мне понравилось. Ну, конечно, всех зомби не навсегда. Чуть-чуть там их... Вот какая волна идет, тех сдует. И, можно сказать, один раз только можно использовать этот мег-сдуватель, потому что у него перезарядка 999 секунд. Вот. Как бы это многовато, многовато, ребята. Ладно, давайте набирать команду. Я, в принципе, придумал тактику, которую вот... Ну, я уже страхогрипп... использовал, но... Попробуем. В общем, надо быстренько, ребята, сейчас... Делать дела. Па-пара-пара-па-пам. Дымогрипп. Обязательно вот этих вот хлопцев. Погнали. Погнали, мы с тобой. Так, все там записывается, отлично. И сейчас быстро, просто моментально вот сюда вот сажаем. Ребята. Так, хорошо, 40. С ракет. Сюда, сюда. Ага, сюда поставим кувшиночку. Достаточно солнца. В общем, сейчас мы от тумана избавимся, не переживай. Надо быстренько, только быстренько, быстренько это все делать. Давай, 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 солнышко, ну где же оно? Так, есть. Есть. Так, сюда поставим также. О, отлично, вообще великолепно. Так, сразу можно поставить. Тут у нас уже... Погоди, 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 бро. Так, есть. Отлично. Хорошо, пусть будет так. Так, хорошо. И все, мы как бы видим, ребята. Посмотри на это. Отлично, мы защищены. Но сейчас, конечно, нужно нам побольше, побольше, побольше подсолнухов. Побольше нам прям надо ставить. И ставить, и ставить, и ставить, и ставить, и ставить, и ставить, и ставить. Так, волна, 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 волна. Я волна. Так, хорошо, защищаем потихоньку, помаленьку. Радуй там накопим чуть попозже. Так, пошли зомбари. Видишь проблему? Давай, 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 давай. Так.
Так, есть. Отлично, ребят. Хорошо, держимся. Так. Офигеть, нормально вообще! Ребятки, хорошо прям получилось. Блин! Офигенно! Потрепали, норм. Так, скоро эти будут. Капец, молодцы, блин. Вот сейчас надо было на самом деле применять это все дело. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушай, хорошо, хорош! Офигеть, да ладно, мы пройдем, блин! Я прям не верю, ребят. А ветродуй, видишь, там вообще непонятно, что происходит. Так, мне главное, чтобы эти все тут были. На нафиг! Ну это фигня. Ряд не особо прям. Мы прошли. Да-да-да, блин, офигеть. Как я долго этого ждал. Так вот. Пау. Есть! О, ребята, мы это сделали, офигеть! Ну тут, конечно, на китайском, но ничего страшного. Вот это я возьму. 10 тысяч стоит. Даже не знаю, на самом деле. Ну, можно, в принципе, взять, посмотреть. У нас. О, ну это мы изи пройдем, я думаю. Блин, ребята, поставьте, пожалуйста, лайкосик, потому что, ну вы понимаете, да? О. Так, окей. Вы понимаете, что вам хана? Все? А, ну, да, это не совсем все.
Так, главное тут выдержка. Главное прям не торопиться. О. Вот так вот. Отлично. Мне кажется, тут... Да, вот видишь, кто тут будет. Ля. Хана! Сейчас солнышки поднабрали. Так, хорошо, что я их подобрал, потому что, ну, ты понимаешь, да? Чтобы было... Так, сюда давай, наверное. О! Вот его гипнотизируем. Так, спокойно, друзья. Он должен, да, своих собратьев, так сказать, позвать. Не-не-не, давай на нашу сторону, братан. Фу, вообще нормально. И мы открыли вот такой вот. Двойной грохострел. Угу. Хорошо. Можем, кстати, прочитать про него. Что он... О, тяжелый зомби-баскет. Пока не встречался. Зомби-землекоп. То есть нам надо сначала его... Да, он здесь будет, ребята. Он здесь будет, атакует любую линию. Погоди, а кого надо взять, чтобы... Опа, а на кого... Стоп. Требуется... А, лист кувшин. Хорошо. Хорошо, 325. Давай мы зайдем в альманах. Камыши могут атаковать любую линию и зомби на шариках. Нужно сажать на листы кувшина. Гав, говорит камыш, гав-гав. А что-то смущает вас? Ждали, что я буду просто шелестеть, потому что у меня такое имя? Это же котик. Зарядка очень долго, кстати, там написано. Но это самое имбовое растение, как я знаю. Так, насчет двойного теперь... Гороха. Стреляет горошинами назад. Урон. Иногда 2х вперед. Скорость стрельбы. Иногда 2х вперед, 2х назад. О, а вот это уже интересненько, ребята. В принципе, мы ту же самую, наверное, команду берем, да? Только заместо этих. Так. Сейчас я, друзья, подумаю, как. Ветродуй. А, зомби на шариках нету, да? Ну, нормально. Ну, вот как-то так получается. Давай посмотрим, бро. Вдруг нам сейчас повезет опять же. Блин, это так круто, ребят. Мы с тобой уровень за уровнем. Поставь прям жирненький лайкосик. Офигеть. Прям сегодня очень хорошо идем. Давай, бро. Все то же самое, я теперь понял. Ну, только, да, нужен нам двойной грохострел. Также камыш поставим. Я думаю, все будет в шоколаде у нас. Только интересно, кто там идет. Тут все, видишь, зависит, кто идет там в начале. Стой, кто идет! Сначала мы не знаем. Ничего. То. Так, надо ставить сейчас за 50 будет. О, отлично, прям как надо. Замечательно. Так, хорошо.
Ну тут надо за 250, ребят, вы понимаете, да? Сейчас сразу копим. Так, сюда ставим. Так, хорошо. Подарок! Подарки я люблю. Подарочки я еще как люблю. Так, и у нас теперь вот этот будет. Ну-ка. О, блин, это волшебно, это великолепно. Ребята, вы понимаете? Офигеть, у него там урон хороший. Ой-ой-ой-ой-ой, тут проедают. Проедают. Так, фух, землекопа мы с тобой заодно взяли. Забрали. Блин, надо что-то делать, ребята! Так, пока идут там. Фух. Кабум. Волна будет там. Не надо, ребят, остановитесь, пожалуйста. Слишком жрете много. Так, хорошо, прям очень-очень хорошо, ребят. Правда. Случилось двойными игроками. Охренеть. Понял. Я понял, там этот баскетбольный зомби, который вообще нафиг все уничтожает. Понятненько. Я понял вас. Блин, жопа к нам приходит. Жопа к нам приходит. Ля, он крутится как спиннер, а? Что происходит? Что он так... Да, он, блин, в эту сторону. А-а-а! Я уже и забыл. Засранец-то какой. Так, спокойно, спокойно. Только спокойствие. Блин, похоже, мы тут проиграли. Нет. Сейчас накопим чутка. Не жрать! Блин, он стреляет вообще по всему, что движется. Ой, не движется. Господи, что я несу? Этот зомби-баскетболист, блин. Ох, ребята. Смотри, что делают, а. Фух!
мы еще живы, прикинь. Каким-то, блин, образом. Того не стоило определенно. Сейчас накопить. Фух. Подсолнух! Есть. Боже ты мой, нет. Фух. Пожалуйста, скажите, что это все? Нет, мы же умираем. Нет. Нет, вы почти справились. Нет, он проходит, засранец. Ладно, друзья, ладно. Нормально. А это что за надпись такая была? Это типа еще там супер-мега-волна или что? Короче, ладно, ребят, все окей, не переживаем. Спасибо вам огромное за просмотр. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.